Гес. Гес, что означает мифическая гигантская вооруженная сотня, являлась сороконожкой с острого черепа и достигала в длину от 20 до 30 дюймов. С огромными челюстями Гес обыкновенный был специалистом по вскрытию яиц. Для этого он использовал похожие на ножницы и обладающие огромной силой челюсти. В основном он взламывал яйца наземных гнездящихся птиц, а затем всасывал вытекающий белок и желток. Не гнушался также новорожденными птенцами. Гиес-Гиес являлся членистоногим сороконожкой и достигал длину от 50 до 76 см, в росте от 10 до 20 см и весил от 2 до 5 кг. Обитал повсеместно по острову черепа.